Николай Чудотворец, помоги моему мужу выздороветь. Свечки и молитвы за здравие. Елена Борисова в храме каждый день. Надеется на чудо. Ее супругу в понедельник поставили страшный диагноз – рак крови. 39-летний мужчина сейчас в реанимации на грани жизни и смерти. Такого поворота судьбы никто не ожидал. Последние несколько дней у него была усталость, недомогание. Он очень хотел в отпуск. Но, в принципе, как и все мы летом хотим в отпуск, так и он этого желал. В последний день, в понедельник, у него началась рвота, началось головокружение. Рак – коварный. Симптомы дает только на последних стадиях. Может сломить любого. Семья в Нижнекамск приехала 4 месяца назад на заработки. Они строили планы на будущее, наслаждались каждым днем. 4 года мы вместе. У нас уже есть один, как я говорила, ребенок. Наша радость, наша любовь, наша Златушка. Вот в ожидании следующего ребенка. Надеемся, он его хотя бы увидит. Помочь Юре увидеть малыша могут нижнекамцы. У Борисовых в городе никого нет, поэтому они обращаются к небезразличным людям. У мужчины критически низкий уровень тромбоцитов. Чтобы его поднять, нужны доноры. На данное время ему необходимо переливание большого количества тромбомассы. Это такой специфический компонент крови, который невозможно длительное хранение, поэтому его заготавливают непосредственно для конкретного больного, и в течение суток мы его проводим переливание этого компонента. Сколько понадобится этого компонента, не могут сказать даже врачи. Состояние Юрия Борисова тяжелое. Каждый день ему переливали по 4 дозы, но пока улучшений нет. Если вы донор и у вас первая положительная группа, приходите в центр переливания на Менделеева 32А, сдавайте кровь для Юрия Борисова. Общими силами мы можем спасти жизнь человека. Алсу Арсланова, Марсель Джураев, новости НТР.